amami tanto, sei troppo 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 grande. Besta me, baciami forte, voglio sesso sesso caldo in questa notte. Spogliami, amami tanto, voglio amore tutto quanto. Bésame, bésame mucho, amami, amami mucho, spogliami, prendermi. Слушайте, мальчики, мужчины. Картошка. Чтобы бене вы говорите. С поста. Вот там стоит. Вот там. Вот эту вот кастрюлю сейчас он себе наварит макарон. Не свисти. Вот, яйца взбивает. Дай девочкам цветы покажу. Пропусти. Смотрите, какая красота. Вот эта гортань, смотрите, как выросла. А вот я вам хотела посмотреть. Смотрите, вот это вот лежит вся, вот это вот пыльца. Я думала, хоть дождем его, ее смоет. Нифига, сейчас высохнет. И ветер подует, она вся будет на окне. Цветы прям разрастаются. Ромашка классно уже, сколько вот она сейчас будет отцветать, сколько она уже держится. А та лилия, получается, она, ну, пустозвон, вообще пустая, просто зелень. Ну, ладно, жить хочет, листики пусть растут. Но ее надо, я так поняла, выкапывать, наверное, и просушивать, потом опять закапывать. Не знаю почему. Вот она несколько уже лет в пустоту просто листья пускает. Так это еще в этом году они как-то разрослись, а в том году они вообще были маленькие. А это вот прям видно, вот этот столбняк, смотрите, какой прям хороший, вот от этого, вот сейчас вам покажу. Вот, вот это вот, видите? Смотрите, она будет цвести, как она вытянулась, вот они прям потянулись хорошо. Я их садила зигзагом, вот так, чтобы ваза была полная. Ну и Сашин базилик, кстати, вот он один остался, кустик, он так не разрастается, так и растет, он прям вообще. А эти, которые я покупала с мелкими цветочками, вот как они отцвели, они прям буквально несколько дней, как мы вот, я купила, они посадила, несколько дней побыли, и все, они моментально отцвели, вот пока пускают, но я так поняла, в этом году, наверное, они уже не будут цветь, ну, не будут репродуровать. Ромашку еще не обрезала. Хочу, чтобы она меня порадовала. Я имею в виду, которые цветочки отсыхают, еще пока не подрезала. Что, что? Это льбасу. А, это ты сейчас спенджи. Не надо, зачем? Зачем спенджи? Так ты сейчас тут-то спенту. Что ты делаешь? Отойди, а бестолковый, потому что это... Ди бручи. Подожди, все, не включай тогда ее. Почему так? А почему? Оно не должно бручары, Карло, оно не пячек из такого. Тоже. Но не деви бручары. Бручи ту, льди ту. Я знаю, но не деви фары. Ма да кей на токкату, quello? Сон ты спустала паделя. Вот там и сестакавала ла луче. Когда я включила посудомойку на неделе, я ее редко включаю, потому что я одна, мне одну тарелку сама помою. И мне свет выбивало. Машинка работала, посудомойка. Я не могла понять, почему. Не надо 8, сет и баста прилипотаты. Да, она уже квазипронта. Так, эти яйца нонтисерваны, просто метри на фригу. Левого, си. Начнет что-то готовить, но это капец, пол этого сейчас будет грязно. Да. Так,
поставила Рокки. Видишь, у меня есть, вернее, Рокку Привату. Perché ti dovrebbe respirare così, non così quando ti cammini per la vita, ti dovrebbe respirare in un altro posto così, profondo, non respiri un cavolo te. Vedi, invece nella vita passata, passita, ti sei troppo a respiri. Se sono così. Mi morso il naso, mi fa male il naso. Amore, ti cambia la ruzchi, da? Ti cambia la ruzchi, cosa? Там делать руки, руки взбивают яички. Марина Иванова Збатилова. Марина Збатилова. Ты сам пилюй пили, да? Нет, это он, ура, ревата кузили, сата, олигархиники. Болела, ела пилюй пола. Думаю, крушить уже, я тебя съем. Я съем тебя, тебя съем. Съем тебя. А ты ласайки questa iris, questa la canina di Chanel, la figlia, no? Che lei li porta pure le vinzaio quando vuole uscire. Sì. Да. Мне девочка наша сказала, ну, которая от Шанеля щенка взяла, говорит, что Ирис, говорит, приносит ей этот поводок. И говорит, prendi Carlo. Dice, se prendi vinzaio, dice, и gira intorno a lei, gira. Sai la mattina? Говорит, возьмет, говорит, и ходит за ней по квартире. Так, Карло, ты cosa dici che io non mi sono truccata brutta così senza il trucco? Ti sei l'unica donna che senza trucco è sempre bella. Diciamo che non è, cioè dalla sera alla mattina non c'è questa grande differenza. Он говорит, что ты, ну, он, я у него единственная, которую он знал, женщину, которая даже без макияжа все равно красивая, говорит. Ну, типа, что нет разницы вечером или днем. Нормально. Это нормально. Ora le ciglia non ce le più, come mai? Perché hanno fatto il laser, perché questa qui ora va via, hanno fatto il doppio laser poi, e poi me le mettono nuovi, più sistemati. Sempre il laser? Cioè, no, ora con laser ti levano. Sì, ti le, perché le mie non, io sono bionde. Ma poi c'è un taglio brutto, invece che sta bene questo taglio così. No, loro me la faranno, però me la faranno, sai, come se fosse naturale, con tipo effetto di, della natura. Ma scusa, ma te non ti puoi crescere le tue, te le fai tirare e fai questa posso, forma? Posso, ma non mi piace, bionda, bionda, sono vera, no, di piove. No, perché ce l'hai così, va, come triste. Giù così ce l'hai. Guarda che la faccia nera, con zagrilo, morda ciurna. Guarda, yeah. Te ce l'hai la faccia abbronzato, nera. Abbronzato, bimba, guarda qua. Abbronzatissimo. Saldatura, sole, guarda il braccio. Da qualche parte lo vedi, le tite più grandi delle mie. Hai visto come trans, facciamo una volta trans, come il tuo desiderio nascosto. Ma se è un desiderio nascosto, che cazzo stai dicendo a tutti? E per te lo dice a tutti, piace tutto a tutti. Что ты всем рассказываешь, типа, если это моя мечта, говорю, секретная, говорю. Он говорит, ты же мечтаешь заняться этим делом с трансом? Я такая... Если ты говоришь, что это мой секрет, зачем ты это всем рассказываешь? Он говорит, ты всем все рассказываешь. Он говорит, и это пусть знают. Пусть знают. Что такое? А, Шанель у него забрала этот вкусняшку, он сидит новый. А там две было вкусняшки, Дэдди. Вот еще одна, на, Дэдди. Иди сюда, на. Просто они твердые, я в этот раз взяла вот эти вот, ну, из мяса, там, из шкурок, из косточек, делаю для собак натуральный, этот, не пластик из магазина. И тяжело сначала ее раздавить, потом, когда уже кто-то из двоих ее разгрызет, это Денис, он ее разгрызает, Шанель у него забирает, потому что разгрызанный уже интереснее с ней забавляться. Мы в поехали для меня потаты, магари пронто, джаз, это спости. Lo dice anche gentilmente, ci faccio andare uguale, non è che c'è bisogno di dirlo così. Allora io mi posso mettere a mangiare. Non svesti il domi, bля. Ah, che palle, gli spischi frischi, frischi frischi. E da ti è finito? Una brutta vecchiaia, non sono più. Questa la vedi dalla tua sorella, della... Ah. Del tavolo? Bella, da. Hai visto? Ma poi la terza ho messo il nome. A me l'ha dato. Io l'ho presa, non è che me l'ha dato. E i fiocchetti che hai fatto i fiocchi? Li metteva qui, altra giornata. Sì. Detto.
Тут и брали. Ну, тут и унала права, там не нравится. Ну, да что ты сделала, опять взяла ленточки? Я говорю, туда завязывала на дню. Да, мир, это шиндин. О, Господи, эта песня как заела, теперь все. Теперь она будет постоянно в моем репертуаре. Это как помнишь вот это вот? Вот это рекордик? Ее по кантала сэмбра. Муфами. Уголь антиквест, сэмбра не могу, как у меня тесто. Что ты смотришь на меня, Шанель? Забрала, да, у него? Ты сама не жуешь, да, Шанька? Давай, девочка. Жуй, жуй, молодец, умничка, жуй. Интересно развлекаться с этим. Бери на билетину. Миллионер почувствовал, подарил эти резинки мне. Купил, привез с собой. Наверняка же для меня. На встречу. И коза мать. Piano, Carlo, senza fanatismo. Non si barbe, non si barbe. Io gli ho detto, без фанатизма нажимай. Он говорит, ты же сама говоришь, что ты не барби, что тебе надо, наоборот, садомазо. БДСМ. БДСМ. Piano, а? О, хорошо как. Молодец. Сейчас я занята. Ты не видишь, я делаю билетца. Ты не видишь, я красоту делаю. Да, я их трогаю постоянно, мне так нравится. Потом ты стака, она пилотит. Потом потом тебя отваливается. А мама, фатель как фильм quello di Dracula. Видишь, così con la treccia di dietro lunga. Смотри, как красиво. Смотри. Да, не фэм по инфу. Алло. Да, я делаю билетцу, подожди. Марина, билетца, вини ква. Ты вести, не сипо кине нема на косетце. Нет, ничего попросить у тебя нельзя. Э? Io sono nata non per che mi devono chiedere. Я не родилась для того, чтобы меня просили. Не родилась для того, чтобы мне давали. Мне devono dare. Ты там надо бен жо там мне. Так, все, потаты готово. Давай, Карло, потаты. С постатик или деву бутаряху. Обсади. Ну, самое мое. Погоди, теперь муха. То, блядь, роза. Ну, все попиши, буру, давай. Буру. Пиздец. Такой я мне неудобно. Io però non ce l'ho questa che ti piace patate, mi ha sentito che ho gelato che comunque non mi capire. Non puoi schiacciare tanto. Che c'è quella forchetta. Il burro poco. Niente, non mi spaccio che ho capito. Так, воду все мы не сливаем. Я забрала этот
Это не купила. Мухами. Не надо мухами. Так, что мы будем сегодня смотреть? Какой фильм будем смотреть сегодня? Будем благодарить фильм. Белый был, ты причину были едет, трогаю. Ну, не такое. А ну? C'è più la seconda parte. La seconda parte aveva ragione tu, no? Il marito suo organizza l'ammazzamento della moglie, di lui. E te hai detto, è stato lui che ha fatto la prima figlia, no? Invece nel secondo, per me, la mia fa ammazza la moglie, la moglie. Tanto lo vuole vedere. Мувами, 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 е-е-е. Multiple Kidman хочу что-нибудь посмотреть. Я что-то приведу фильм Multiple Kidman. Угу. Рекордит это Бангкок. Рекордит это лей партива при аэропорту. Оно место не ла галера ви Бангкок. Палло. Белло. Но Multiple Kidman моя одна из любимых. Вот так, смотри-ка. Вот Schiaccia con la forchetta. Dai, no, stai lì ora a schiacciare. Ca, brucia. Ma meglio. Non nada. Esce la patata, deve uscire di qua, capito? Sa, Carlo, no. Ma perché non ti fidi? Te lo faccio io. Non nada, io non voglio, Faccio io. Io non so la forchetta, ti vedi, stai già la forchetta, guarda, ne sei, esci. Italiano, per favore, please. Qui c'era la forchetta, non è che io ho 300, magari lì, guarda. Questa forchetta per bambini. Buon, vuot, vuot. E tu forchetta taglia io per non indossare. Так, вот сюда стоим, да? У меня есть кусочек остался. Я обожаю холодную ребрышки, да, распечатанную. Да, да. Когда жир застыл, важно, я обожаю. Важно. Vedi quella forchetta, fai presto, perché la forchetta, la patata esce dalle stecche, vedi? No, oggi sработa. Sì, ma io devo fare latte, schiaccio. Io devo seguire la pasta. Fai presto, fai. Lo buco ce l'ha messo? Нет. Ce lo metti? Не надо, сальмонелла. А? Написали, что будет сальмонелла. Яйцо я всегда добавляла. Вот я молоко забыл купить. Да, Володя, муж и муж. Вот это, сдержи. Энергия зеро. Ну, добро. Калькулу. Блядь, Лора... Ласай, Лора, ли гварда на нашем канале, но... Perché si diventano, perché noi siamo naturali, quelle che pensiamo e quelle li diciamo. Ma io almeno dopo tutti stati non ci faccio proprio più cacca. Говорит, я говорю, понимаешь, говорю, люди смотрят на нас, потому что мы то, что думаем, то мы и говорим. Ну, два дурачка пара, но это вместо Мары ходим парой, понимаете? Но дело в том, что я говорю, мы натуральные. Он говорит, у меня после лета, я разговариваю, он говорит, я говорит, до похости старты, говорит, я после этого лета, ну, когда я вот уезжала туда, в Турцию, к баронессе. Он говорит, что мне уже все равно, я уже обо всем говорю и... Марина, peccato che non sarà in Calabria quest'estate. Так, все, да, Карле? Ce la fai. Stai zitto. Allora, basta? No, а come ti piace? Ti aspetto te o ti devi mangiare? Tu cosa, come, cosa dobbiamo fare? Se tu vuoi mangiare, mangio. Ma che mangio, da sola io? Allora, ho fatto le acciughine, potrei fare due uova bollite, te l'ho comprato. Ascoltami, ma cosa... Ma hai fatto comprare faccio, contami la uova. Ma se ce l'hai l'uova lì, ce l'hai l'uova qui, c'è l'uova magari con l'acciuga, che è poi? Ah. Allora fa così, tagliate un po' di cipolla e te la metti insieme con l'acciuga. Con cipolla? L'acciuga, non la cipolla. Io так mangio. Vabbè. Per tagliare cipolla. Come ti piace? Ci vuole perché ti scocci da tanto io. Io buono, ragazzi. Non mangia per non cagare, se no potrebbe cagare si sporca il bar. Non si vuole andare in toilette. Carlo, apri perché attenzione, fai che non si spacca, ho paura che ora tutta la cucina sarà di questo olio. Oh, che caro. Ma hai bucato qua? Da, da, открой. Все, надо слить это олио, да? Это отчет надо слить. Да? Questo andrebbe levato, ce l'hai l'aceto? L'aceto ce l'hai? Levi questo e ci metti olio d'oliva buono. Non da magari a lavare? No. Так, фильм. Значит, сегодня смотрю Николь Кидман.
фильм Николь Кидман. Да, дети, смотрим Николь Кидман и молчим. Я закрою это самое. Выражу, Коля, когда там есть. Давай, так. Коля, я кьюду там, или пусть будет так, ветру есть. Ветру. Кьюду, ну? Ну, хорошо, но лаш, лаш. Нет, мне холодно уже. Шуфлет уже. Мне, наверное, уже холодно. Почему будет такой мужчина? Так, он промыл очугу, не промыл, а слил этот ацетон и долил сюда масло. Сейчас порежет. Сюда укидал. Такой пакет хороший это. Использую. Двойной. Так, значит, не купил. Чего нового? Ронделя, спики, подряд? Ронделя. Ронделла, я пошла один ухлад, я Фреддо. А сигурно он будет идти до собра? Да, ну, он подадет-то, вабе. Виста ли меня Висталия нова? Да, да, Мария. И Хелло Китти. Слава Богу, А Висто? Тебе нравится? Да мне Висталия, тебе нравится? Белиссимо. Пью во фаре рефре, велоче, пью. Чешется, не чешется, започувствуется, когда волосы. Пока меня все устраивает в этих волосах, я прям балдею от этой длины. Может быть, знаете, надо на следующий раз делать толще. Зачем ты туда? Ты на пьянту мне. Чиповлено. На цветы вообще, дурак. В следующий раз попросить сделать толще их, доплести типа до половины, здесь оставить больше вот этих вот волос, а не именно косичек. И может быть толще будет легче носить, чем маленькие, хотя маленькие. Там они сами по себе не тяжелые, кто делал. Кстати, мне девчонки в Инстаграме написали, говорит, Марина, говорит, я на тебя насмотрела, говорит, я тоже, говорит, решила сделать косички. Мне несколько человек написало. Говорит, только, говорит, будем делать, ну, говорит, короче, говорит, чтобы они были не такие. Но они не тяжелые. Там же чуть-чуть волосиков она берет, чтобы вплетать. И девчонки написали тоже, говорит, и мне столько пишут комментариев девочки, говорят, что типа в Инстаграме это все в директ, пишут, говорит, Марина, говорит, знаешь, это, говорит, тоже в твоем возрасте уже это, говорит, и говорит, спасибо, говорит, потому что действительно начинаешь жить в моменте, говорит, начинаешь понимать, что жизнь уходит, а жить хочется, и жизнь прекрасна и удивительна. Говорит, тоже иногда, ну, понятное дело, есть такое, ну, это у меня не депрессия, я и депрессия несовместимы, но есть такое, знаете, какой-то вот упадок настроения. Или там я начинаю, все, да? Я начинаю там себе ковыряться, там, или еще что-то. Ну, так влияет. Ты салат будешь, я не буду есть салата. Наверное. Ты мангел. Не, у меня четриоли. Я съем этот самый огурчик, у меня сырой. А, ты все школа паста. La più bella rosa diventa pastita, bello scuola pasta che scolo tutta la vita. Dai, Miletta, lascia. Dai, bravo. Allora, Rocky делает последний штрих, делает Rocky. Будет у него паста. Раньше купил плохие, да? Раньше невкусные. Они больше, наверное, для эспромуки такое, для выживания. Ну, такое, когда ешь суховатое. Так. Хватит. Так, не забито, не проходит вода, куда апри. Вода встала, куда? А, светопаза. Говорит, не может, говорит, от меня отлипнуть, ну, типа, рядом с ним стою. Так, теперь Рокки выбрасывает туда пасту. Это чеки, которые я вот привезла там от миллионера, и все. Потом будем с вами жечь. Все, тут картошка готова. Сейчас я его подожду и садимся смотреть фильм, да, Карло? Егор Демович, фильм.
Тебе трогало, нельзя трогать, если он... Я не умею так короче. Закаты. Сейчас, Карла, Сашин шкаф починит. Закаты, ой, браво, солнце выходит. Вот это урвалище соли, сейчас солнце выйдет, такое будет вообще влажность, это капец. Дождь был всю ночь такой еле-еле, и целый день. Сейчас солнце вышло, и все сейчас невозможно будет на улице. Тебе писюн вылез. Денис, не показывай. Тебе красивая морда. Хорошо тебе мама подстригла, да? Красиво тебе мама подстригла, красиво. И Деньку мы тоже пострижем и помоем на этой неделе. Ай, травату? А? Руки. Cum se cheamă film că abia m-a guardat-o? Aguri de tue morte? A? Aguri de bună morte. Aguri de bună morte. Mai smătrile film, nu-i plăcut. Типа, поздравляю, короче, що ти умерла. Ти морда мала, ти морда мала, ти морда мала, ти морда мала. Давай, Дзамбіно, давай. Давай, Дзамбіно, давай. Давай, Дзамбіно, давай, Квеща бамбіна, давай, Дзамбіно, давай, Дзамбіно. Ai trăvat-o, Carlo? E cambile apă. Cum e mai del peso, da? Iura la lașo sotto e supra lașo lințole, pentru că zimni vișe navalea la mine. Ого, Шанель. Ты ж девочка. Или ты тоже женщина в мужской фигуре, мужчина в мужской фигуре? Браво, руки. Атенцион, а? Атенцион, как у меня семейт. Я постирала одеяло, сняла, когда дождик начал капать. И уберу их там, вот пакет лежит, уберу зимние. А это надо отнести в стирку. Ай, Майку, что вы все около меня понасобирались? Грация, Кан. Ок, браво, руки.